Поставь лайк за 3 секунды, иначе ты случайно купишь попыт SCP, который делает несчастную вещь каждое нажатие. Реально не играйся с этой штукой. Ну что ж, жители, объявляю этот аукцион легендарных попытеров открытым. У-ху! Ну а теперь начинаем, Фласечка? Да, давай начнем. Прячь свои козыри все просто в рукава. И буду сейчас их демонстрировать. Так, значит, я сейчас ставлю первый торг. Оп. И ты тоже ставь на свой, у себя, около себя. Ну и теперь будем... Кто-то предлагает кому-то что-то. Предложите мне что-то, Фласочки. Жители, что вы вообще думаете, а? Ничего не думаете? Ладно, так уж и быть. Что ты мне дашь за этот попыт? Я дам антистресс. Жители, что думаете? Стоит брать, да? Нет? Добавляй, дополняй. Я дам... Амогус попыт. Вау, все забираю. Так, забирай свой попыт. Торги проведены. Это мы, конечно же, убираем. Аукцион окончен. Нет, еще и нет. Так, пока что я в акубе, братаны. Так, давай теперь я. Ну, как хочешь. Типа, ладно. Что ты мне дашь за этот Simple Dimple? Simple Dimple. Желательно бы его победить. Так, слушайте, жители, что предлагаете вообще? Ага. Ладно. Предлагаю 31 на пузырек опыта. Добавляй. Да, блин. Ладно. Так. 64 железных слитка. Добавляй. Да ё-моё! Грабёж! Блин, чё б дать? Думай, святая голова. 64 золота. Ну ладно, всё. О да, халява! У-ху! Жители, мы молодцы, мы хорошо справились. Потому что все эти золота... Ой, прости. На, держи. Вот так. Ты лохушечка немножко, у меня 32 пузырька опыта осталось. О да, вот это я, конечно, надул. Ну я сказал 32 и дал. Ну у меня еще 64 есть. Ничего, ну ладно, такого. Все, торги окончены. Следующий торг. Что ты мне дашь за ковер попыт, Simple Dimple блок и 64 алмаза? Ах ты, я дам тебе сквиз. И все? Ладно, я беру. Да, серьезно? Да, я беру. А, тогда. Ну ты лох, конечно. Мог бы еще что-нибудь предложить. Фласочка, ну вообще-то, если что, я победил, потому что у меня есть и Simple Dimple, и антистресс, и сквиш, и попыт. Ей! Я победил! У меня есть это. И вот это. Ты нубасик. Я больше тебя. Ну и что? На одну меньше. Зато я натрейдился на все антистрессы, которые только могут быть. И попыты, Simple Dimple, и Амогус. Типа я круче? Да. Понимаешь? Все. Да иди ты в пол. Торги окончены. Ну все, я пошел домой. Давай до сюда. Фласочка. Что это такое? Иди сюда. Что это? Не знаю, какие-то ямки. Ой, а! Это ямки, я 100 лет ямок не видела. Капец, они наконец-то вернулись. О, смотри, там какие-то картинки внизу. Доблая утличка. Алло, подружка, ну рассказывай, как там, что у вас там с ним? А, я тебе это фотку скинула. Да, сюда прыгать надо. Странно, кажется, меня кто-то читает. Ой, это этот. Я забыл, какой. Из Южного парка. Блин, как же его? Как же я так вылетел из головы? Давай было вот. Давай прыгнем сюда. Я считаю, что надо в Simple Dimple прыгать и в попыт Амогус. А вот этот мы как бы забьем, потому что попыты я уже задолбался. Щипи попыт. Конечно, там доблая утличка, но придется как бы не прыгать. Очень няшно, но хочется. Амогус. Алло, подружка, что у вас там с ним? Да. Так, ну ладно тогда. Эл, крашу. Не, подожди, а как... Что? Куда Фласочка делась? Она уже прыгнула?
Кажется, она без меня прыгнула. Ну подожди, ладно, пока что она ушла, я пойду узнаю вообще у жителей. Жители, ну хоть кто-нибудь здесь есть? Блин, где же... А, ну все жители, конечно же, собрались, торги там теперь ведут. Жители, расскажите мне, пожалуйста, пока фласочка пропала. Ой. Ё-моё, вон они, жители, чё я вообще пугаюсь? Мне как будто, знаешь, как будто телепортировались. Так, жители, короче, кто-нибудь из вас расскажите, почему открылись те ямки, их же не было вот только что? А ты чё, не знал, что ли? Короче, когда много торгов проведено, получается так, что открываются вот эти самые ямки, и там можно что-то крутое обнаружить. Никто не знает, что там. А-а-а, теперь все ясно, спасибо. Быстрее к Фласочке, а то она там, наверное, заскучала уже, блин, без меня. И, наверное, ей страшно там как-то. Кто ее вообще знает, что она там натворит? У-ху! Оп! Ой! О, Настенька, ты уже проснулся, а я оружку нашла в этом сундуке. О, мне привет. Кажется, что тут что-то неладное. Почему? На корабле. На этом? Ну, потому что тут пусто. А мы на корабле? Да. Какой-то шум странный. Окей. Что делать? Мне страшно. Я вот тоже не знаю, что тут делать. Ты это совсем недавно, да? Но очень похоже на корабль Амогусов. Амогус. Там какой-то Амогус. Да, не приближается. Где? Вот там вот стоит. Единственный Амогус. Видишь? Как стоит. Да, офигеть, он большой. Он какой-то разноцветный, но не совсем, типа, цвета куда-то ушли. Но в основном, да, вот цвета радуги, можно сказать. Ну, есть зеленый, оранжевый. Мой или нет? Ну, смотри, здесь сундуки со стволами не просто так. Давай сначала порыщем здесь, может, ну, это да. Пригодится нам все-таки. Если что, вот ствол наготове. Кто здесь? Нет, никого. Я предупреждаю, буду стрелять. Никого. Ладно. Да, тут пусто. А прикинь, здесь импостер какой-то ходит, либо тот импостер. Да. Ой, так. Блин. Окей. О, газировочка. О, смотри, переключать можно, попробуй переключи. О, реально. Тут Майнкрафт. Ой, какая пуська. Вау. Ой, а это та самая история про убитого этого. Да, очень грустно, бедного я маленького всегда плачу. Ладно, смотри, смотри. А о. Это что? Листовка бумаг здесь, короче, написано, типа... Тот Амогус, получается, захватил этот корабль и не хочет никому отдавать свой попыт Амогуса. Понятно. Ах он котел. А что мы тут делаем, значит? Ну, мы... А, точно, мы запрыгнули. Угу. О, какую пушку нашел красивую. Вау! Вау! Ой, офигеть, какая-то вот большая. Вот этим я точно завалю этого Амогуса. Ля ты крутой. Давай, дополняй Амогус, мы здесь пришли не с миром, а как да, раз... Да, мы вооружены. Тихо, идем сюда. Еще что-то здесь должно быть. О, магазин этот тебе понадобится, скорее всего. А у меня АК-7 нету. А, нету? АК-74 нету. Ну ладно, я так заберу. Так, АСР. А у тебя есть АСР? Да, у тебя да, вот есть. Держи. Идем. Эй, Амогус! Ой, стоять башка, на месте! Он у меня смотрит. Привет! А он... Ой, мама! Ай! Нифига себе толкается! Нет, он недобрый! Ой, мне что-то... Меня залагало. Оп, кого-то хлопнули, Фласочка, остался только попытик. Попыт Амогус. Обычный попыт, нафиг он нужен? А, мы же получили попыт. Я, короче, пошел отсюда. Идешь со мной? Да. Ой! Привет, Фласочка. Симпл Димпл теперь? Полет нормальный был. Да, давай теперь Симпл Димпл. Эй, встречай нас! Па-пам-пам-пам-пам. А вот и моя вилла. О, да. Тусим до утра. Это... Ресторан Пиг. А это посылка, Фигера. Кажется, с Даркнета. Симпл Димпл блок, 16 штук, и тебе еще там лежит. О, да, ну все. Почему тут сиденье свиньи? Не знаю, какой-то прикол. Это, наверное, супер универшественное сиденье. Симпл Димпл, нет попыт. Симпл Димпл, нет попыт. Симпл Димпл, маленький красивый, попыт большой и милый. Сода, лимонад и энерджи дринк. О, смотри, можно закрывать то, что не надо. Воу. Это, пожалуйста, не надо.
Фу, все, я не хочу. Пожалуйста, это пить. Не открывайте. Кофе на каждом столу стоит зачем-то. А кто это кофе вообще пьет? Здесь какая-то корона, лопата лежит. Это нам не надо. Здесь, ну, кухня. Что у нас тут? Есть чего-нибудь здесь лежит? Нет. Для чего это все нужно вообще? Это какой-то усовершенствованный дом? О! Что это? Что такое? Food delivery food to table or you choose? Choose a meal. Я думаю, это взрыв. Ладно, я не понял. Так, а это что? А, choose a meal. А, вот, надо выбирать, из чего ты хочешь приготовить себе коктейль. Наверное. Я хочу... А, доставка еды, я понял. Мэл. Delivery, delivery. Ну, а блин. Где? Ну, куки, apple, melon, bread, carrot, pie. Вот, доставляйте нам еду. Теперь мы сюда жмем. Возможно, где-то здесь что-то открыли. А, вот, смотри. Вау! И куда это девается? Какая-то жратва. Ну ладно, пофиг, короче, это... Что за странная фигня? Так, а что у нас здесь? А что мы тут делаем? Не знаю, просто ходим. Что-то должно же быть Simple Diplomское. Не знаю. Компьютер. Это просто нам, знаешь, дом просто. У нас Simple Dimple блоки, если что, не забывай. Ну что, да. Это просто подарок какой-то? А что с ними делать? Смотри, там какое-то поле. Давай, короче, сражаться. А мы, по-моему, подпустим. Ой. Это крипер. Что он тут делает? А, Найсик в дом. Я вернулся. Так, мирная. А это же поле, помнишь, где копать надо? Да. А нам надо лопаты. Давай попробуем выбить лопаток. Оп. Ну, зашибись. Спасибо. Ой. Меня убил Боб. О, цветочки. Спасибо за цветочки тебе. Так. One luckily, one is not. Смотри, какой открыть. Сейчас, подожди, я посмотрю. Нет, флажочка, не... Ну все, тебе капздец. Ладно, я открою в честь тебя лаки-блок. О, закидывай зельками себя, пока можешь. Или тебе не выпали зельки. Уф, все, я избавился. Все, я подыхаю. Ну ладно, я тебя телепортирую, чтобы ты спаслась. Вот. Лопаты? Не, амогус эти... Выпали только амогус. Осторожно. Блин! Ой-ой-ой! Так, Флашечка, береги этого жителя, нам он пригодится, там можно купить лопату. О, еще один житель. Там у него можно купить лопату? Да. Реально? Так, тогда я отойду в самую. Ой, блин. Мне бесит такие выборы. О, сейчас может лопату выпасть. Нет, броня. Алмазы, мне алмазы выпали, я могу купить лопату себе. Ура! Так, все хорошо. А мне тоже! Ой, что это за звук был сейчас? Страшный. Так, хорошо. Житель, здравствуй, мне надо купить лопату, спасибо. Да что это такое вообще? Так, все, я все лаки-блоки открыл, а ты? Нет, у меня еще 7. Так, мне надо... Ой, блин! Спасай! А что я сделаю? Ладно. У тебя алмазы выпали. Иди вот за алмазами. Да, мне давно выпали. Поднимаемся. Так, алмазики, фласочки я забрал. 5 штук, мало слишком. Тебе выпала броня крутая, вау. Только она нам, конечно, не нужна. Да что это за звуки вообще? Это салюты, алло. Все, я пошел тебе покупать лопату. Лопата. Тоже могу купить. Ну, я тебе ее сам куплю. Вот, держи. Ну, ладно. Все. Идем, короче, копать быстрее. Мне кажется, что там надо что-то сделать странное. Пойдем копать алмазы. Пойдем копать алмазы. Не, мы не алмазы пойдем копать. Идем копать Simple Dimple. Ты прям как Simple Dimple девочка вот эта, которая попыт. Simple вот Dimple, нет попыт. Simple Dimple. Копаем! Нам надо что-то найти. Simple Dimple, маленький красивый, а попыт большой и милый. Флашечка! Осторожно, давай сначала вверх раскопаем. Вдруг что-то наверху. Ну надо поосторожнее, не упасть в самый низ. А то мы в самый низ прокопаем, потом не выберемся. Вот так вот. А я уже внизу. Ну офигеть. Иди сюда. Копай, короче, тут. Ладно, можешь вниз копать.
Но потом есть что, я тебя верну наверх. Поняла? Да, а где моя... ты застреваешь. Ничего, Флашечка, все в порядочке. Вот так вот просто. Я, походу, застряла. Вот, я тебе помог снова. Сеньки, very much. Копай. Ты теперь рабочий. Блин, а помнишь, А по-моему, в прошлый раз мы быстрее копали. Ну, я не знаю, там лопата, наверное, круче была. Здесь эффективность у лопаты 5, это значит, самая быстрая лопата на Диком Западе. На Диком Западе есть еще быстрее. Наверное. Нету. Есть только 1000 левел лопаты, они копают со скоростью света, но это уже модовые лопаты. Таких у меня нету, Флашечка. Копай, блин, копай! Я уже устала копать. Ладно, чтобы ты дальше продолжил копать, дай зарплату. Тебе супер меч. Вот он лежит. Да нафиг, мне он нужен, у меня уже есть. Ну ладно. А что мы должны найти, ты вообще знаешь? Нет. Я тоже. Может, какой-нибудь сундук? Наверное. Ау, здесь кто-нибудь есть? Хоть кто-нибудь отзовитесь. Есть. Если тут кто-нибудь есть, дайте знак. Сундук! Иди сюда. О, ты откопал? Да. Что там? Simple Dimple. Simple Dimple. И все? Это все? Ну эти ямки, это просто же добыча Simple Dimple, попыта. И еще если мы в тот портал бы прыгнули, там тоже бы был попыт как-нибудь добывать, да? Я так понимаю. Ну, методом додумывания. Ну, такой добренький. Да, добренький. Ямки. Я думал, все будут какие-то попытоголовые. Ну ладно, надеюсь, тебе понравился этот видос. Вот такие вот ямки получились на этот раз. Подписывайся на мой канал, если ты няшечкой хочешь быть всегда. И еще на Флашечку подпишись. Это плюс 90 к няшности. И не теряй! Пока!